люди-игроки, они в любом случае найдут себе, где играть и где проигрывать, наверное, и выигрывать незначительную часть, а потом опять проигрывать. Ну, то есть, ну, минимизировать, да. То есть мне нравится та идея, что у нас это не распространено вот прям в открытую, что на каждом шагу эти казино, как раньше было. Это, конечно, очень соблазняет людей, которые подвержены таким вот слабостям, я бы так сказала. Но то, что в интернете разрешили играть... Я не знаю, насколько это разрешили на деньги или нет, или просто так. Ну, просто так, по-моему, ничего страшного, если люди просто играют, и от этого не зависит их жизнь и жизнь их близких людей. То есть, если они ничем не рискуют, то, господи, пожалуйста, я думаю, ничего плохого. Ну, вот если они ставят на кон какие-то очень большие вещи, все, что у них там есть, это очень страшно. Но я думаю, что это тоже должно как-то контролироваться людьми, которые вот эти сайты разрабатывают, и чтобы не было таких плачевных потом историй.